Внезапно у меня появился ключ от Жиги, но не от той, которой хотелось бы. Это Лада Веста, и она прекрасного черного цвета, в черной дачи. И она находится в моем дворе. Из чего следует, что можно вот так вот на нее присесть, зажечь свет диодный и на ней попробовать покататься. Чек, конечно же, горит. Тихо, 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 тихо. Очень странный климат такой. Очень хлипенький. Ну, завелась, да, круто, прикольно. Еще бы начать. Пробег 62 тысячи километров. Я уже посмотрел багажник. В багажнике прям кайф. Там много всего. Он грамотно организован. И просто приятно. И закрывается с очень приятным звуком. Прям такой настоящий. Ручки там классные. Органайзеры классные. Вообще класс. Двери такие. Типа Рено. Почему-то. А, ну потому что это и есть Рено. Но, короче, не фонтан. На руле натянута